Октябрьский район – это исторический центр города. Его земли хранят порядка 90% памятников старины и городской культуры. Это мемориал «Вечная слава», «Крепостная стена» и всем известные Тифлисские ворота, некогда открывающие врата Кавказа. Сегодня самый маленький район краевого центра празднует 53-й день рождения. И я хочу всех поздравить с этим праздником, с нашим, потому что Октябрьский район, когда у него день рождения, это не просто день рождения Октябрьского района, это день рождения у территории, с которой начался город Ставрополь. Всех с праздником, здоровья, счастья, благополучия. К этому празднику торжественно открыта новая доска почета. На 6 гектарах земли расположены 12 медицинских, 30 образовательных и 24 спортивных и культурных учреждения. Кроме того, в районе работают порядка 2000 предприятий. На доске почета 14 лучших людей из всех отраслей. Я думаю, что они достойны того, чтобы представлять Октябрьский район. Они своим трудом и вкладом в Октябрьский район заслужили этой чести. Я еще раз поздравляю вас с праздником. Одним из лучших стал Владимир Колесников. Главный врач краевого кардиологического диспансера невероятно рад оказаться среди почетных жителей района. Однако не может воспринимать эту радость как личное достижение. Это та гордость, которую я испытываю за каждого сотрудника кардиодиспансера. Потому что простая санитарка, медсестра, врач, сотрудники административно-управляющего персонала нашего учреждения – это те краеугольные камни, на которых изиждется честь и слава нашего учреждения. По традиции, на площади перед администрацией дали небольшой концерт. Зрителей собралось немало. И в финале глава района именинника пригласил всех в драматический театр имени Михаила Лермонтова, где торжество будет продолжено. Анастасия Романова, Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».